прилету, конечно, чуть-чуть удивила гостиница. Были некоторые у нас проблемы с поселением. Потом, как оказалось, кровати очень близко расположены друг к другу, и это, ну, вносит легкий дискомфорт. Все отлично, все хорошо. Шикарный зал тренировочный. Хорошая вентиляция, что, в принципе, очень немаловажно. Я думаю, что осталась еще одна серьезная тренировка завтра. И в среду мы уже будем готовы дать серьезный бой сборной России. А этот соперник, конечно же, очень опасен. Они буквально несколько лет назад выиграли чемпионат Европы. Причем выиграли в финале у Испании в Испании. А это, скажем так, это серьезное достижение. И, ну, сегодня буду встречаться с Андреем Кириленко, со своим бывшим одноклубником. Буду стараться чуть-чуть разведать территорию, узнать сильные и слабые стороны, может подорвать чуть-чуть. В общем, ухожу в партизаны. А так, в принципе, у них есть сильные игроки, сильные молодые игроки, но у них очень много, скажем так, игроков основного костяка прошлых лет закончило. Так что сейчас есть возможность, скажем так, воспользоваться, во-первых, недооценкой нас, а во-вторых, тем, что они еще, наверное, можно сказать, не сыгрались. Так что я думаю, будем давать бой и настроить только на победу. А на самом деле для меня баскетбол не имеет национальности, поэтому я думаю, они этого сильно не потеряют. А может быть даже приобретут, наигрывая каких-нибудь молодых игроков на этих же позициях. Октопус.